Всем привет! Я приветствую вас на своем канале Полина Анигири. А почему Полина? Потому что Полина это я. Почему Анигири? Почему я ассоциирую себя именно с этой едой? Понятия не имею. Но сейчас речь не об этом. Я нарисовала для вас огромнейшую прекрасную картину на азиатскую тему. Я надеюсь, она вам понравится. Всего я выполняла эту работу за 4 часа. Картина, если что, действительно огромная, но сделала я ее не на холсте, а делала я ее на обычном картоне, потому что хотела порисовать, и если я хочу, то что меня остановит? Картонка тоже подойдет. Сама картина, если что, будет 110 на 80 сантиметров, скажите, ведь совсем не маленькая. Вот, но в целом за 4 часа изрисовать такой огромный кусок картона в целом неплохо. Да и создала я при этом достаточно такую многосложную, многоплановую композицию. Разумеется, само видео не будет длиться 4 часа. Я сделаю небольшую такую нарезочку, но в течение этого времени я все равно не планирую разговаривать. Планирую ставить какую-нибудь мусочку, вот, чтобы вы немножечко посмотрели, просто что-то для себя подметили, порелаксировали, послушали. Не мой голос, как в рилсах, а просто посмотрели план моей работы. И все. И все. Просто насладиться самим процессом. Возможно, вы подметите для себя что-то новое, что-то интересное. Если вы тоже художник или начинающий художник, или вообще хотите наконец-таки сесть и порисовать, и я как раз-таки буду вам это показывать. Но также сделаю небольшой спойлер. Помимо того, то, что я буду в этот раз просто показывать, как я рисую, я планирую в последующих видео записывать для вас какие-то небольшие видеоуроки, коротенькие, которые вам покажут основы какой-то минимальные, там, к примеру, композиции или цветосложение, цветосмешение и что-то в этом роде. Вот, чтобы вы понимали, как вообще складывается форма, как складывается свет, тень, как правильно сложить контраст, чтобы передать объем, глубину композиции, чтобы было красиво, красочно, сочно, натурально, а не плоско и как будто вы рисуете все еще в 3-4 года. Нет, такого не будет. Я планирую за вас записывать такие очень приятные, доступные, понятливые, очень такие маленькие, небольшие занятия. Вот там уже будет моя озвучка с подробными объяснениями, как было раньше, когда я рисовала Селяня и Хуачена. Если, кстати, не смотрели еще это видео, пожалуйста, посмотрите, поставьте там лайк, вот, если хотите, конечно, вот. Но, посмотрите, это интересно. И сразу также пробежимся по основам. Я все так же рисую акриловыми красками фирмы Ладога. А кисти в этот раз я брала, естественно, побольше, учитывая формат работы. Чем больше у нас холст, тем больше мы берем кисть для работы. Мелкими кистями я не работала, только самыми большими, что у меня, в принципе, были. Вот, Ладога, потому что. Вот. В общем, надеюсь, это видео будет для вас интересным, доступным, понятным, для себя найдете что-то новое, необычное, интересное. Вот. Если у вас будут какие-то вопросы, обязательно задавайте их в комментариях, я буду очень-очень рада, если вас мое видео будет вдохновлять, как-то восхищать или всякое тому подобное. Вы будете тоже пробовать свои творческие способности раскрывать, мне будет очень приятно услышать от вас это в комментариях. Если что-то непонятно, обязательно задаем вопросы точно так же в комментариях. Вот, также я веду телеграм-канал, вы обязательно можете туда подписываться и оставлять комментарии там, писать мне в личку и так далее. Вот, так что всем приятного просмотра, наслаждаемся видео!
也看见星星不舍不想为你，只是我们家对我少了一些甜蜜，开始很正常的语句，但透的距离我不知道该怎么对你，也许是成长的关系，我没事每刻都告诉自己我还是很爱你的，只是 lonely， 不知道微信什么时候开始没有表情，你的上班时间多了没有那么多的高兴，回想起来刚开始的时间两个人都在爱，都想办法离开，没有理由的，没有人可以去等待，不知不觉地放开你，我们都没有那勇气 baby I'm sorry I'm so lonely， 我们都没有错与对，找不到任何一个原因，没有理由的离开 baby I'm sorry I'm so lonely yeah， 理由理由曾想抬举春秋，与谁共饮酒，唱几句同休，且不论爱恨与情仇，太平或阴谋，自以为疏透，可人生往往多研究，心焦来又走，惹我几回首，可总不能一心转斗，人间一回游，留我个挚友。这一生往往路啊，人世如幻，又有几多憾？知我曲中暖，不知我心寒。戏台上生归乐不休，台下不过就陌生的深刻，人越是什么都能够，越是都占有，越是更寂寞，而在我衣衫褴褛后，无人愿等候，还好你懂我，有粗茶
但翻遍足够，此情永不休。弦外有